Вот там вот стоят олени, семья оленей. Сейчас попробую открыть дверь, не за... бесшумно подойти, чтобы они не убежали. Бесшумно, наверное, не получится. Они меня уже заметили, насторожились. Вон еще там двое в кустах притаились. Вон. Здесь целая семья живет, и мне нравится это в Америке. Ты можешь жить вокруг твоего дома, будет какие-нибудь куропатки ходить, индейки дикие, олени, и никто их не трогает. Они могут через дорогу спокойно переходить, гуляют, пасутся здесь и уходят.